Группа компании «Аврора» с гордостью представляет новинку в линейке тепловых пушек непрямого нагрева ТК-55ID. Аппарат южнокорейского производства продолжает традиции качества старших моделей и предоставляет покупателю возможность еще более широкого выбора по соотношению цена-мощность. Наши рыжие пушки обладают множеством преимуществ не только перед китайскими, но и европейскими аналогами. Наличие нескольких типов защиты, термостата, демократичная цена, надежность и так далее. Выбирая тепловые пушки «Аврора», покупатель получает профессиональную и надежную технику, произведенную по лучшим мировым стандартам. Аппарат был разработан по многочисленным заявкам покупателей, которые просили расширить модельный ряд пушек с непрямым нагревом, экономичным устройством средней мощности для отопления небольших помещений. «Аврора» ТК-55ID подойдет для работы на складах и в ангарах, в гаражах и промышленных помещениях объемом от 100 до 250 кубических метров. Мощность пушки 17,5 кВт. Расход топлива 1,7 литра в час. Воздухообмен 380 кубических метров в час. Весит пушка 30 кг. Для того, чтобы облегчить перемещение устройства, пушка оснащена пневматическими транспортировочными колесами и удобными рукоятками. Как уже было сказано, устройство относится к классу аппаратов с непрямым нагревом, то есть выхлопные газы отводятся за пределы обогреваемого помещения с помощью дымохода. Огромным плюсом аппаратов данного типа по сравнению с пушками прямого нагрева является чистое тепло, которое позволяет использовать обогреватель в помещениях, где постоянно находятся люди. Для заправки пушки можно использовать солярку или керосин. Мы рекомендуем внимательно относиться к качеству топлива. Чистое горючее значительно продлит срок службы аппарата. Подача топлива в устройстве организована при помощи эжектора. Об особенностях данного типа устройств мы рассказывали в предыдущих роликах. Камера сгорания ТК-55ID изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам. Данная особенность конструкции многократно продлевает срок службы пушки. Обогреватель снабжен функцией настройки необходимой температуры. Регулятор и цифровой дисплей позволяют пользователю наглядно и точно задать необходимые параметры нагрева. Пушка будет работать до тех пор, пока температура в помещении не достигнет установленного пользователем значения. Далее аппарат перейдет в режим поддержания заданной температуры и будет включаться и выключаться автоматически. Поджиг топлива в камере сгорания реализован за счет установки свечи зажигания и высоковольтного преобразователя. Высокий разряд подается в камеру сгорания на протяжении примерно 20 секунд. Дальнейшее горение происходит за счет высокой температуры в топке. После прекращения подачи топлива горение прерывается. За безопасностью устройства следят сразу несколько систем. Электрическая схема защищена от превышения потребления тока плавким предохранителем. В топке установлен фотоэлемент, который постоянно следит за наличием пламени в камере сгорания. В случае затухания или нестабильности пламени датчик остановит процесс горения и отправит сигнал ошибки на информационную панель. Также пушка защищена от перегрева термозащитой. Если температура внутри корпуса устройства превысит 80 градусов Цельсия, автоматика отключит прибор. Повторный запуск будет возможен только после остывания пушки до 70 градусов Цельсия. Отдельно стоит обратить внимание покупателя на устройство дымохода. Диаметр выходного отверстия пушки может быть двух размеров – 90 и 150 мм. Для монтажа дымохода желательно использовать жаростойкие трубы и ни в коем случае не пользоваться кухонными гибкими подводками или гофрами. Для нормальной работы устройства следует избегать большого количества изгибов, а также следить за состоянием труб дымохода. Недостаточная пропускная способность может привести к поломке пушки. Кожухи пушки покрыты полимерной краской, которая устойчива к высоким температурам и механическому воздействию. Для того, чтобы запустить пушку, потребуется заправить ее и подключить к электросети. Затем с помощью ручки термостата нужно выставить желаемую температуру воздуха в помещении.
После этого нужно нажать на кнопку включения, загорится индикатор и аппарат начнет работать. Если аппарат не заработал, нужно выключить и снова включить устройство кнопкой. 40-литровый топливный бак пушки оснащен индикатором уровня горючего. На полном баке ТК-55ID сможет проработать до 23 часов. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.